затаскивают уже лодку. А, попались? Долго ждать? Здорово. Здорово. Здорово, Диман. Здорово. Ну, а что вы тут уже накачали? Ты какие сильно берем? Поменьше которые. Вон полиция подъехала. Ну что, стартуем? Так, познакомьтесь, это Виталий Измушко, он же Виталий Дыгер, YouTube-канал, подписываемся. Вот он в срочном порядке. Да, в срочном порядке. Он мастерит тут систему, сейчас всю рыбу на Даугаве вылавливать будет. Отплываем. Вот опять полиция там катается, в общем. Что ни день, то полиция, полиция на берегу, на воде, повсюду. Вот здесь косяк вот с этим, эти... Надоели ребята уже, да? Кататься тут. Рыбу пугать только. Сетки не поставили. Да не говори, бляха. Током не пройти вообще. У тебя в коробочке. Я показывал, помнишь, тебе в прошлый раз? Сейчас ты мне покажешь. Я думаю, надо ставить такого, нет? Релакс. Да ставь пофиг, что главное грузик. Ставь грамм. Это маленький. Сам большой грузик, 35 грамм каких ставь. 35 нету, 20. Он тогда примерно где-то на 5 метров, 5,5, 6 пойдет. Сейчас посмотрим. Что у нас тут есть? О. Ну хватит. В эту, да, поставил, да? Да, да, да. Не, вы наискосяк вот в эту, да. Мелочь. Не, тащишь, поспокойней, да? Тяни, поспокойней. Опа, у нас, ребята, рыба. Так, аккуратненько, плавненько. Мне кажется, щучка мелкая, нет? На судачка похоже. Да, или судачок. Нет? Судачок. Ну вот. Я думал, ну типа волны. Ну ты так еще и быстро, но поплавнее так, знаешь его, как бы, если он упирается, чуть-чуть послабже. А? Я жестко утянул. Ну да. Ну я. Ну закидывай, ничего страшного. Короче, Андрюха мне больше на рыбалку не вышел. Бы раз пять туда-обратно, туда-обратно. Ну вот там, где трава, вот где судачок сорвался. Надо поднимать, тоже будет. Ну вот, вот здесь по краешку прижаться так и плавать. Там мелко, я плыл туда. А мне не надо доставать это? Доставай, да, доставай. Уже легла. Сейчас развернемся, сейчас развернемся, туда пойдем. Сначала пиццу, потом беляш. А, давай пиццу, потом беляш. Это еще выбор такой большой у нас. О, вот это да. Я люблю на рыбалке похавать. Я, короче, хобана. Ну, все сделал, как он мне сказал. Да. Пиздец. Ага. Вообще горечи больше не было. Также щуку положил. У меня такая решеточка сделана. Сверху фольгой. И все, конденсат не попадает. Ну попробуй подтяни немножко. Зацепилась, наверное, да, на повороте? О, как нас болтает на волнах. А как раз перед Лига. Слушай, а это в Вангажах? Это... Да. О, вангажские беляши. Это с Гаркалной они переехали туда, да? Да. Раньше в Гаркалнах были в магазине. Да, там потом, когда что-то же переделывали в магазине, ага. И сделали эту самую... Там показали. Вкусные поначалу были, а потом они испортились там. Может быть. А сейчас вот вроде неплохой такой. Холодный, но вкусный. Мне вот пицца и беляши очень нравятся. Угу. Ты им скажи, а то папа придет для них там всех
положат в этом саду. Кто там у тебя? Да. Щука. Щука? Нормально? Я кого-то забагрил тоже. Точно рыба. Бляха, это окунь что ли, красный плавник. Да, давай, пацанчик. Ох, нифига себе, это козырный окушок. Хорошего окуня. О, нормально. Окуня забагрил. Это не считается. Но все равно поймали. Да, тут 10 минут проплыли и перезабрасываем. Ну, вот такой окушок. Вот где он забагрился, вот здесь. А, смотри, на соплях вообще где-то сбоку. Ах, какой красавец. Достаю, потому что... Доставай, да. И приколись открытым карабином, да, вот в зацепе. Еще и этот, забагрили окуня. О, как. Хорошо не просрали, дорога. Ну что, он не разогнулся, не сильно? Кто? Не, я его обратно выгнул. Так что... Жалко. Да, блин, слушай, шло так, я думаю, что там такое? Ни удара, ничего, это боком идет этот окунь. Ну, лучше бы да. Что-то, наверное, есть. Не знаю. Ну, чувствуется, что... Мы не зацепили ее? Не, это... Да хер его знает. Я же такой рыбак, я пока не могу понять. Ну, мне кажется, что там что-то есть. Ну так, спокойненько так. Я так думал, что что-то есть. Подожди-ка. Мы не зацепили удочку? Нет, тяни. Что-то, по-моему, есть. Ну, дергалось. Да. Что-то есть. Судачок, да, или щучка маленькая? Я даже, маленькая что-то, судачок, скорее всего. Опа! Вот он твой судак. Ну, можно, да. Ну что, давай, отпускай его. Поплыл, родной, за мамкой, за папкой. Отлично. Документы. Что у нас получается? Один судачок сошел, один отпущенный, да, и один окушок в ведре. Ну, я видел, хороший. Я сразу понял, что это мерная по веслу. Мерка-то вот так идет. Я смотрю, о, нифига себе. Ну, я не видел, нет. Ты вот у меня спросил. Да. Я говорю, нету, и поворачиваюсь, просто кинул. Да. А уже эту вытащил, она что, на попугая взяла? Нет, на... Красный этот, Redhead? Я видел ее, ты когда отплывал, я тебе еще показывал, типа тут плеснулась щука возле травы. Ага. А ты вот тут плаваешь, сколько глубина вот тут? Там выставляем, вот чисто идет, какая. Не так все просто. Рыба, у нас рыбаки там в группе состоят, и мы как бы фоткаем и отпускаем. Вот. Ну или если хорошая, так берем. Вот. Ушел. Слушай, да. Вот видишь ты, как увидел сразу. Вот видно было, вот сейчас я понял, что это поклевка. Ну, видишь, пока вот... Ушла? Пока ты камеру ешь? Я тоже так. Да? Не, идет. Да? Я подумал, сошло, он как бы... Ну, сейчас сзади плывет Димон, он там сейчас вообще... А я уже в группу фотку этого скинул, судачка, он сейчас. Он сейчас смотрит, думает, ах, они. Сейчас рыбаки. Второго скину, звонить будет. Он уже нас догоняет. Он совсем будет. Вечерний судак, карабасов. Тут надо, может, покрутить. Блин, я думаю, обратно сейчас надо пройти вот так само. Ну, два судачка, смотри, это самое. Вон он, видишь, поверху идет. Да, мелкий. Она прикольная, как бы. Чисто для контента.
да хороший. Да не, мелкий. Ну уже побольше. Да не, что, бело-красный, что, жалко что ли? Red Head Wobbler. Как бы он больше для холодной воды, ну. Да. Ну видишь, теплую и берет тоже. Класс. На, отпускай. Опачки. Пошел. Походу глухой, да. Это аккуратно. Нет, задней нету, это мотор развернул. Ты смотал, да? Не-не, это он так зацепился. Я тоже сначала думал, что тащу. Не-не, это кажется. Да, получается, ты мы сюда дальше. Ты аккуратно, чтобы не оторвать. Не поднять. Блять. Вроде поднимается, вроде. Держи удочку. Наверное. Может там контент какой-то? Сматывай катушку. Что-то тащим или не тащим, я и понять не могу. Ты тащишь? О, нифига себе сетка, бляха. Сетка. Ёлки-палки. Но она брошенная, да? Да. Блин, ее бы на берег выкинуть. Да не, сетка. Сетка. Сетка, бляха. Да она пусть уже смотрим. Я смотри. Вот смотрю сейчас. Смотри, может там это, воблеру. Ну ладно, пускай. Наверное, кто-то скинул. Пускай, короче, так, она здесь лежит. Да, чтоб нас не приняли. Ну не, ну тут же видно, что это самое. Так давай, может, на берег? Не-не, давай сейчас еще здесь пройдем, ну, туда давай, и ну, туда еще обратно. Главное, чтоб нас с этим грузом не повязали. Да не, ну тут понятно и так. Ну давай. А, Димон спереди плывет, а мы сзади. С сеткой. С рыбой, да? Да. Ну все, плывем опять в сторону машины. Просто у нас здесь клюнуло два судачка. Вот. Ну сюда наклонись. Чем тебе помочь? Кончик дай. А где он? Ну, под рукой, давай ты зацепи. А, кончик. За весло. Так, как сделаем? Что-то делать? У тебя веревки нету? Вон сетку сейчас дадим. Не надо. Да вон ручка спереди есть. Вас довести надо? Куда, блядь? Потерял этот маленький противогиль. Как мне вчера сказали, возьми жилет, да? Ага, ну вот результат. О, видишь? Ну это. Сейчас мне его тянуть надо, короче. Ну, все, нет, то ли этот маленький кильт куда-то пропал, блядь. На месте кручусь, и ветер рваный, как собака. Сейчас. Сюда, сюда. Давай. Тебе веревку можно? Ну, веревку надо, или мне задом его придется да, так вот мотор разворачивать. Тогда, Димон, ты возьми его на буксир, наверное. Дай ему якорь и тащи его. Ну, сейчас, сейчас, сейчас вот он даст давай. Тебе. Так, вот интересно. Вот этой хуйней, у нас вестибулярные проблемы были все время. И жил как нечего делать. Сейчас он даст якорь, веревку. Не, ну пиздец-то ладно, а когда в море, блядь. Ну. Вот пиздец, блядь. Я первый раз, когда заплыл в море, ну, встал и пошел. Прошел, кидай. О. Поймал? Я, наверное, блядь, часа три вот так вот. Три часа. Ну, экстремал, слушай. Да нахуй, я вокруг стоит марафа. И погнали. Ну ты рыбу поймал, Димон. Вот клюнуло, так клюнуло.
Я сейчас нашу группу выставлю, Димон. Какую ты рыбу поймал? Как он бы сейчас добрал? Ну, он говорит, сейчас часа два болтыхался бы сюда или там. Но сколько. Сила, что он, наверное, так замучился. Ну да. Ну, мужик такой крепкий, здоровый. Ну, да. Ну, тут, знаешь, такой... А главное, лодок-то и нету больше. Да. Ну, да, ему реально повезло. Ой, повезло. Да. А вон же киль есть второй. Нет, это противовес. Это киль большой, а это чтобы на месте не крутил. А-а-а. Ты же видел, я стою, пытаюсь идти, а у меня... Да. Ух. Ну покажи щучку. Ух. Ага. Ну такая, съедобная. Нормально, съедобная. Нормально. Ни хрена себе. А как называется? Но он не катался, он рыбу ловил.